Честно говоря, не хотел, но пришлось. Судьба заставила начать второй ремонт за последние 8 лет. Тот, кто знает, меня поймет, что это просто дыра какая-то непонятная, куда деньги вылетают. Причем это еще и минное поле. Ну да ладно, одного сапера я себе взял, вы видели его работу. Минное поле мы смогли обойти вместе с фирмой «Бригадир». Минное поле дополнительных затрат. Потому что то, что мне считали в других конторах, и то, что мне насчитали здесь, это две совершенно разные цифры. Теперь порядок цифр. То есть трехкомнатная квартира, Ленинский район, 90 квадратных метров. По материалам те бойцы насчитали мне 150 тысяч рублей. Ну, честно говоря, пока таких денег-то особо и нету. Обратился сюда, пересчитали, улучшили дизайн-проект, добавили такие вещи, которые я раньше и не думал, как-то ламинат, флизелиновые обои, хорошие краски. Теперь держитесь, цена вопроса 60 тысяч. То есть где эти 90 тысяч рублей? Теперь в моем кармане. Думайте сами. Вы тоже ремонтируетесь? Да постоянно что-то приходится. Естественно, возникает вопрос, где купить материалы, инструмент, где уберете? Когда как? Да ближе, где транспорт проходит, там уберу. Вы сюда пришли вот, по пути просто, да, удобно, да? Да. А цены как здесь, нормальные? Ну, по опыту, скажем, в сравнении с другими, в принципе, нормально, приемлемые цены, широкий выбор. Вы уже на пенсии? Да. Ну, для пенсионера, естественно, каждая копейка дорога. Естественно, скидки есть, да, для пенсионеров. Так. О, Тикурила, Россия. Ну, если Nokia делается у нас, то это очень хорошо. Цена вопроса. Ну, за ценами, естественно, только в «Бригадир». Потому что дешевле я, честно говоря, не видел. Другой вариант, что где-то, может быть, в каком-то ларьке замороженная краска и продается. Кстати, мне недавно один из строителей притащил перемороженную грунтовку. Вся квартира воняла. Вот, так что вот в «Бригадире». Честно, порядочно. Теперь про строительные смеси. Вопросов нет. Есть признанные лидеры. Но мы с гордостью представляем «Брозакс» из моего любимого города, Екатеринбург. Были мы как-то там, и страна Россия богата на полезные ископаемые. Поэтому гипсовая шпатлевка делается у нас и ничуть не хуже. Тем более, как-то я делал рекламу центробежным дробилкам. Так вот, они лучшие в мире. Поэтому выбираем наши. И, естественно, кто-то может сказать, а почему не Ротбанд? То он тоже здесь есть. И цена вопроса. На товар, на который скидка не распространяется. Потому что 30-килограммовый мешок Ротбанда даже здесь. Это 340 рублей. Естественно, ремонт равносилен пожару. И это аксиома. Но, господи, пусть в конце концов горит красиво. А в огонь, то есть в топку ремонта, не обязательно швырять самые дорогие материалы. Кстати, в «Бригадире» дивный принцип работы – продавать много и не наворачивать, как в других местах. Кроме того, не надо забывать и о том, что мы продвигаем отечественные материалы. Качеством не хуже, вот только ценой иногда в разы ниже. Где все покупаем? Только из «Бригадира». Дешевле? Да, очень дешевле. Еще скидка 10-15-20%. То есть и ремонт получается для заказчика дешевле? Да, для заказчика дешевле. Вы какими сейчас материалами предпочитаете работать? Ну, основное я «Бригадир», все покупаю материалы, все что-то надо. Ну, давайте совет. Вот есть, допустим, Ротбанд, есть «Брозакс», есть другие материалы. С этим работаю, они там до сих пор пока не было жалобы. На «Брозакс»? Да. И то тоже краска, и тоже все там, то инструменты там все, что невозможно, там нету пока жалобы. Они качественные, хорошие там, можно даже 5 лет гарантию дают. Можно на ремонт дать гарантию? Да, 5 лет, потому что они очень качественные. И все-таки лысый, потный и грязный о гламурности.
Если уж есть у вас специалист с мозгами, то из этих материалов можно так навернуть хату, что ахи и вздохи второй половины гарантированы. При этом вы ахать от цены за них не будете. И я по секрету так скажу. Знаковые бренды и имена в действительности стоят копейки, так как под именем звучным в огромном объеме продавать проще с низкой ценой. У нас же, нацепив его, наворачивают не по-детски. Бригадир в корне меняет такой подход. Я бы, наверное, все-таки сравнил вот этот супермаркет строительных материалов с тем, чего в стране и не видно. Потому что в одном месте есть все. Не какой-то ларек где-то там-то, а в центре города клевый магазин с очень приемлемыми ценами. Особенно на фирменные представленные здесь материалы, как то эмали «Рассвет» и «Ореол». Ну, финальная часть. Покрасили и забыли. Дай бог, чтобы я побыстрее забыл это жуткое слово «ремонт». Потому что ремонт складывается из множества интересных материалов. Часто удорожающих проектов. Как то инструменты, которых внезапно нет у строителя. Вот. И потом оказывается, что еще туда вложился. Тем более, что строители это, по сути, и закончились. С разрушением треста магнитостроя. Вот тогда-то умели делать из песка, цемента, извести. И делали Ленинский район, который стоит и стоять еще, наверное, лет 200-300 будет. Вот так вот. Ни Ротмонта, ни Брозокса, ничего не было. Ну, дома-то нормальные. То есть... Чем люди работали? Шпателем, молотками и пилами. Вполне банальный инструмент. Конечно, сегодня и сейчас пилки-то повеселее стали. И сегодня и сейчас это не одна пила, а их много. Уровни и все остальное. Так вот, если вы уж конченый жлоб, ну типа меня, то это можете попробовать сделать ремонт своими руками. Ничего сложного в этом нету, если есть инструмент. Инструмент можно купить, вот здесь электроинструмента в «Бригадире» нет, а все остальное, пожалуйста. Потому что, ну, перфоратором, вы знаете, обои не наклеите. А хорошо и качественно их наклеить можно с помощью вот такого шпателя. И не знал, что такое вообще существует, он есть, 55 рублей. Шпатель фасадный мне порекомендовали купить за 500. А здесь есть «Штайр». И он стоит 220 рублей. Ну, так, чтобы для ленивых. Побольше всего и сразу. Все остальное, ну, это вообще очень такие цены. Я, наверное, все-таки уйду отсюда с 1000 рублей в товарном эквиваленте. Потому что постараюсь сэкономить. И уже не 1000 рублей. То есть 1000 рублей, свои ручки. И экономия получается, ну, 1030, наверное. И все-таки, наверное, гордость берет за ассортимент. Поражает. Ассортимент у нас достаточно широкий. Если по этому залу пройти, у нас достаточно широкий ассортимент обоев. Есть бентуса, ламинат. То есть любой покупатель придет в магазин и всегда себе найдет нужную покупку. То есть вот просто начинаем дизайн, задумываемся о самых космических цветах. Да? Ну, что только можно. Дуб золотой, там, я не знаю, какой-то мореный, еще что-то. Любой вкус для любого покупателя. Можно все найти. Так, тут я все уже сник, потому что разговоров-то других-то нету. Единственное, возникает вопрос, что фирменные материалы качественные, а цены-то достаточно смешные. Да, цены у нас конкурентоспособные. Мы стараемся плюсом еще для любого покупателя. У нас есть проработана есть система скидок для покупателя, то есть все это у нас предусмотрено. Вот смотрите, я, допустим, купил бы у вас на 100 тысяч рублей материалов на квартиру. Сколько я еще по вашей скидке сэкономлю? Но здесь вам нужно будет уже договариваться с продавцами. У них есть своя мотивация по скидкам. Всю эту информацию вы получите. То есть, в принципе, хватит, да, чтобы в трешечку съездить, отдохнуть. Потом ну, грязь потную смыть. Я думаю, что хватит. В начале сюжета я цену вам озвучил. 60 тысяч рублей за материалы для трешки. И это ламинат. Весь крепеж, молдинги, обои, краски, клей, бордюры, плинтуса, фурнитура и панели. Это все материалы на большую квартиру. Материалы очень высокого качества. Люди, подумайте и придите сюда. Я вам еще бензин сэкономленный, головную боль и нервы в пробках не посчитал. Центр города. Есть все за исключением кафеля и сантехники. Главное правильно обсчитать квартиру и сделать одну затарку. Доставят до подъезда, скидку лично вам, а не левому мастеру сделают.
И это самый опытный бригадир. Да. И ремонтирую, и еще и крестиком вышиваю. В 33-й школе учился. Хотел стать пилотом. Никогда не думал, что буду клоуном телевизионным. Но приходится. Но этот телевизионный клоун, он много чего умеет. И слово ремонт. Да, на него надо согласиться, это реальный мужской поступок. Потому что дорого. И бабки-то жалко. Жмусь всегда, не по-детски. Вот поэтому такой вид чистого строителя. Хотя строительство и ремонт вместе с бригадиром внушает в меня более чем оптимизм. Потому что навернуть мне свою квартиру удалось. Благодаря тому, что есть голова и магазин «Бригадир». Здесь, на Ленинградской, 34, в самом центре города.